это не особая разновидность человека. Наоборот, человек – это особая разновидность художника. Так выразился в свое время английский скульптор, печатник и дизайнер шрифтов Эрик Галл. Что же такое художник и что же такое человек? Чем человек отличается от художника и можно ли совмещать одно и другое? Вот об этом мы и поговорим сегодня. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород. Разговаривать мы будем сегодня с художником Евгением Кирьяновым. Женя, добрый вечер. Можно на «ты», да? Да, знакомы давно, да. Мы на «ты». Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Давай сразу, как ты к этому относишься? Вот к тому, что художник и человек, ну, Эрик Гилл так и немножко рассоединил, что ли. Художник и человек – это одно и то же или нет? Изначально я хочу... Или человек все-таки разновидность художника? Поставить определенные акценты, потому что, во-первых, я изначально не был художником. Да, да, я им стал, можно сказать, уже далеко за 20. Нет, когда подожди, мне подожди, было... подожди. Да, да. Мы о тебе поговорим. Я понял. Человек и художник. Что первично? Первично человек и его опыт. То есть, есть ли у него опыт и есть ли ему что сказать другим. А, то есть художник – это человек, которому есть что сказать другим. Абсолютно. Точно так же, как и писатель, как и поэт. То есть, ну, если наверное, ему наверное, есть что сказать. В большом смысле, да? Конечно. С этим я согласен. Ты не художник? Изначально нет. А, изначально да, нет. Изначально. Ну, я же тебя представил как художник, вот работы лежат. Да, я думаю, да. Мы посмотрим еще. Да, да? Конечно. Изначально нет. Так изначально каждый человек не художник, наверное. Изначально он ребенок, вначале чему-то учится, вначале так это. Или вообще есть теория относительно того, что все дети талантливы изначально, что все дети гении. А потом уже со временем просто цивилизация так немножко отбрасывает это. Мы со временем забываем, что мы можем рисовать. Ты да, так не думаешь. В принципе, где-то оно так и есть. Вот. Но семья все равно влияет на то и на выбор твоего пути. Вот, в любом случае. Вот, если смотреть на меня, то я родился в семье художников. Отец у меня гениальный живописец, а мама очень талантливый художник. И если ее можно охарактеризовать в трех словах, я быстро. Она талантливый, жесткий, бескомпромиссный и справедливый человек. К тому же она еще и... Мама. Еще и моя да, мама. Да, да. Да. Вот. И когда ты рождаешься в такой семье... Вот. То ты не можешь не рисовать. Изначально ты был художником или не был? Нет. Подожди. Изначально, ну, в бессознательном возрасте. Если в семье художников, то так или иначе краски, кисти, бумага, они были, они присутствовали. Ну, у каждого человека. Ну, Женя, я не верю, что тебе не дали кисть, и ты не рисовал что-то. Я просто жил там внутри. И что такое художник? Два слова. Это бытовая неустроенность, нет постоянной работы, нету постоянной зарплаты. А если в семье два художника, это умножь на два. И я родился во всем вот этом бедламе. И я сделал для себя вывод, что я на этот поезд садиться не хочу. Третий художник в семье – это покруче Фауста Гёте. Поэтому я пошел чуть-чуть другим путем. Вот. Я решил, что я художником не стану. Мне нравились море и пираты. Так как моря у нас подожди, нету... Подожди. Если... Образ жизни художника, вот тот, который ты описал, да. Да, это постоянные такие, ну, непонятные доход, непостоянный доход, да, какая-то полубогемное такое существование, постоянно где-то оторванность от, ну, от реальности, можно так сказать, в какой-то степени? Нет, реальность нет? Там душит по полной программе, ты от нее никуда не уходишь. Реальность танком душит. Да, конечно. Да. Реальность в том смысле, как цены на за квартиру, никто еда этого не и так далее, коммуналка да. Вся, да? То есть это... Но перед этим ты сказал, что художник – это человек, которому есть что сказать, да? Да. Художник сам выбирает образ жизни? Если ему есть что сказать, то, может быть, вот эта неустроенность, вот эта непонятная...
жизнь такая, она перевешивает или не перевешивает? Или это такой... Сережа, когда мне говорят, что художник должен быть голодным, босым, неустроенным, это неправда, врут. Он не должен быть таким. Если ты думаешь о том, как тебе заработать денег и заплатить за все вот это, и чтобы твоя семья тоже чувствовала себя хорошо, то это ненормально. А чем художник тогда отличается от другого человека? У каждого человека, я не знаю, вон Рустик музыкант, например, я журналист. А чем художник тогда отличается? Если сравнить... Я уже не говорю про людей, которые там, я не знаю, на стройках работают. Ну, к примеру, мне больше нравится сравнить художника с актером. Ну, то есть это поближе. А актер это то же самое. Правильно. Только художник в более выгодном положении. Если актеру не дали сыграть роль, и не дали сейчас, и еще чуть-чуть потом дальше, то он ее уже не сыграет. То есть время прошло, возраст прошел. Я могу написать работу, когда хочу. Это мой проект. Меня оно там душит. Я достал свой этюдник, и я написал. Пусть даже ее и не выставили. То есть, как бы, когда ты... То есть, когда есть что сказать. Конечно. И когда ты зарабатываешь деньги не искусством, то ты свободен. Да, то ты свободный человек. И у меня родители художники, мама успешный человек. И она может себе позволить продавать то, что она хочет, а не то, что хотят купить. И когда однажды пришел один человек, галерейщик, вот. Ну и, между прочим, он там посмотрел мои работы. Вот. Угу. Ну, к нам же как приходят. Я хочу за даром пару. Вот. К нам это ты про кого говоришь? Ну, вообще про галерейщиков, которые приходят. Торговцы приходят, чтобы приобрести работу. Конечно, да? Осчастливить художника. Да. Но так как я зарабатываю жизнь не искусством, а чуть-чуть другим, я имею, ну то есть я могу писать то, что я хочу. То есть не то, что меня просят. Вот. И человек посмотрел мои работы, и он сказал: все замечательно. Я вижу там свободный дух. То есть, что значит? Я разговаривал со многими людьми, которые занимаются продажами работ. Вот, и они говорят: Женя, мы скажем, как для тебя, что искусство и продажи – две разных вещи. Ну. Они продают то, что покупают. Да, приходил человек, говорит: вот у меня есть образцы работ, мне надо таких 10 штук. Вот. Пляж, солнце, загорающие. Это сейчас покупают. Но меня это сейчас не волнует. Подожди, вот это пляж, солнце, загорающие, это ты говоришь про настоящий момент или это образный такой? Нет, вообще было предложение. А да. кто формирует вот это? Что покупают, что не покупают? Галерейщики, у каждого свой вкус. У галерейщиков. Точно так же, как... Формирует конъюнктура и рынок. И покупательская способность. То есть ты хочешь сказать, что ты совершенно не ориентируешься в этом? То, что абсолютно. Тебя это даже не волнует? Абсолютно не волнует. Меня волнует то, что я делаю, и то, что у меня там. И то, что я сейчас хочу делать. Потому что я не зарабатываю этим. У меня есть вопросы, которые волнуют меня. И для чего мы идем в выставочный зал? В выставочный зал мы идем за эмоциями. Точно так же, как мы идем за эмоциями в театр. Актер играет, мы получаем эмоции, и в конце мы ему отдаем свои эмоции. И когда он тебе говорит что-то, но он же не полностью, он не все тебе проговаривает. А в выставочном зале какие аплодисменты? Одну секунду. И он тебе не все проговаривает. Угу. Ты договариваешь потом вот это сам. А художник, если я пишу... Я должен писать то, что интересно мне. И если мне это не интересно, как это может быть интересно кому-то другому? Ну как это? Приходят галерейщики и говорят:
То, что интересно тебе, сегодня никому не интересно. И таких случаев было достаточное количество. Взять того же, ну, у кого там, Ван Гог первый, кто приходит. Или там Поль Гоген, который съехал, и только потом оказалось, что на самом деле это никому не интересно, то, что художник делает, если уже мы с этой точки зрения. Поэтому я не имею дела с художниками. Поэтому я не хотел быть художником сначала. С торговцами. С торговцами. То есть искусство и торговля одно там, другое вот там. Они продают то, что продается, Женя, а художник делает то, что ему интересно. Подожди, давай чуть-чуть вернемся. То есть ты изначально не хотел быть художником. Я тебя все провоцировал на то, что у тебя какие-то раскраски же были дома. Наверное, как ребенок я что-то рисовал. Неужели дома не было художественных альбомов, которые ты сидел и рассматривал? Нет. Или ты не помнишь? Я рос среди художников, мне это было не надо. Я приходил и смотрел настоящее, то, что было вот здесь. Не то, что в книжках, а понял, что ты таким не будешь. Нет. Ни в какую. А каким ты решил быть тогда? Но я не говорю, что про сегодняшний день. Сегодня я тебе представляю как художник. Да. Я выбрал профессию, которая мне нравилась. Мне нравилась вода и нравилась техника. Вода и техника – это судомодельный спорт. Нет. Это вода и техника, это речной. Это речной флот. Да. Да. Надо сказать, что это Гомель все-таки, да? Да, это Гомель, да, конечно. Гомель. Вот. Это речное училище 30-е, диплом с отличием. Потом второй сдал экзамен. Да, конечно. Сдал экзамены за первые курсы поступил в школу командного состава. Я дипломировался на второго помощника капитана, второго помощника механика. Да, вот так это. Ты капитан? Да, конечно, второй помощник. Да ладно. Будешь капитан? Да. Капитан. Да, хорошо. Капитан Флинт. Потому что мы как пассажиры, я не знаю, я еще помню то время, когда по Сажу ходили ракеты. Сейчас тоже, наверное, только прогулочные, наверное. Сейчас даже не знаю. Ну, у меня транзитный флот. Это Киев. Грузы. А-а-а. Не пассажирский, а транзитный. Вот. Хорошо. И что? Когда я получил свою профессию, ко мне в дверь постучал почтальон и сказал: я принес повестку в военкомат, и вас ждет армия. Я собрался и сходил в армию. Это само собой. Вот. В армии был на флоте. Нет. Хорошо, в армии тоже с художеством. Ничего общего не было. Даже не пересекался. Все началось после того, как я пришел из армии. Армия не только дает, но она кое-что еще и отнимает. Ну, это понятно. Да. Ну, про армию мы отдельно поговорим. Да. Как-нибудь. Ну, это на 23 февраля. Если меня пригласите, я расскажу пару интересных историй. Вот. И просто я не смог работать на флоте чисто технически, то есть по состоянию здоровья, то есть определенные параметры уже не подходили. То есть и тут пришел следующий вопрос. Кем ты хочешь быть? Попутно я отсылал еще... Подожди, пока мы не ушли в другую тему. А как родители относились вообще к тому, что ты не пошел по их стопам? Потому что, с одной стороны, ну, я понимаю, художники, мама, папа, профессиональные художники, наверное, многое умеют, много знают, много видели, да? Конфликтов не было в семье относительно того, что мальчик как-то не так развивается? У меня чисто демократичная семья. Вот. И там... То есть никто не рефлексировал из родных относительно того, что ты не пошел по стопам? Да? Абсолютно, тогда. Да. Хорошо. И потом оказалось, что армия настолько, ну как это, вдохновила, и тебе появилось что сказать, что ты решил стать художником? Нет. Армия, я приобрел еще определенный опыт. И она не повлияла на то, что я стал художником. Просто я не смог работать по предыдущей профессии. Mm-hmm. И у меня пришел вопрос, что ты хочешь делать? Вот. Ну, я попробовал в морское училище, но у меня просрочена была характеристика на месяц моя армейская. Мне посоветовали, можешь отработать год на заводе и приходи. Что я, в принципе, и сделал.
Вот. Ну, отослав характеристику во второй раз, это уже были 90-е годы, и тот же человек мне написал, сказал, извините, набора уже нет. И вот... Я все жду. Ты так долго растягиваешь интригу, я все жду. Когда же наступил этот момент, когда вот... 5 лет жизни. Опа, и снизошло. Да, 5 лет жизни. Там где-то там, профессии, которые у тебя есть, дипломы, и оно все там, оно все. Все, закрыл дверь. Я иду, спускаюсь у себя в подъезде, а подъезд у нас жили художники. Открывается дверь, и выходит Евгений Петрович Покаташкин. Вот я его просто звал дядя Женя. Он говорит, Жень, что смурной-то такой? Надо сказать, что Евгений Петрович – это родной брат Валентина Петровича. Валентина Петровича, да, человека. Да. Я надеюсь, мы как-нибудь увидимся здесь в студии еще с ним. Да, потому что очень многие художники могут сказать спасибо именно Валентину Петровичу. А ты про дядю Женю вспомнил? Да, да. И я бы так сказал, что как бы дядя Женя, Евгений Петрович, он как бы стал отправной точкой. То есть он мне придал ускорение. Он мне просто каким образом? Спросил, Жень, а что смурной-то такой? Да я говорю, дядя Женя, вот и там не то, и здесь, и все уже, ну и некуда. И уже время такое, и документы уже никуда не мог подать. Он говорит, слушай, вот открылось художественное училище у нас второй год, набор живописи. Я говорю, дядя Женя, говорю, побойся Бога, я же не знаю, как карандаш держать, какой стороной, что с ним делать. Сын художников не знает, как держать карандаш. Чистый механик, Женя. Мне нравились гаечные ключи, мазута, двигателя, это было мое. Я говорю, как же ж так, говорю. Он говорит, не беспокойся, у меня есть брат, я ему позвоню, он хороший преподаватель. Вот да, я не знал, кто это будет и что это. Я говорю, дядя Женя, может, я год схожу, поучусь, а потом уже подам. Он говорит, не, документы подашь сейчас, посмотришь, как там, что это делается. Если не получится, не вопрос. Ну, за то, чтобы ты был в курсе, как это все. Женя, по блату. Да. Нет, по блату. Никакого блата. Ну, а как? А как это еще по-другому? И созванивается со своим братом. У него изо-студия, в которой он ведет, да. Во дворце пионеров, да, да, да. Наш дворцово-парковый ансамбль, вот этот вот наш купол, и под этим куполом как раз располагалась изо-студия. Я пришел, и за 2 недели мне Валентин Петрович, ныне заслуженный учитель, рассказывает, как держать карандаш, как точить основы рисунка, живописи, композиции, вот, и... отправляет меня на экзамены. Со мной поступали и учились такие люди, как Саня Крючкович, нынче Александр Валерьевич Крючкович, наш гомельский художник, вот, и учитель, тоже преподаватель. Такой человек, как Сережа Тихов, его родители, я бы так сказал, что знаменитые архитекторы гомельские, по проектам которых построено энное количество домов. Это люди, которые... Саня уже отработал очень много лет в кинотеатре «Юбилейный», и он все это делал так вот вообще, левой рукой. Ну, наверное, это отдельное вообще искусство. Да. Левой рукой, афиши, да, это отдельное искусство. У него была огроменная практика. Сережа Тихов, он как бы по факту это все мог, потому что родители архитекторы. Mm-hmm. Вот. Тогда еще поступал... Леша Чернобрисов, его мама была тогда главным режиссером нашего драматического театра. Его отец Чернобрисов тоже известный художник в Минске. Вот. И я. Чистый лист бумаги. Вот. Ну, в итоге, ты знаешь, ну вот не верится. Как это чистый лист бумаги за 2 недели можно подготовиться? Ну, сама, так хотелось? Сережа. Это у тебя было такое отчаяние. Или все-таки вот ты художественная знаешь, обстановка, атмосфера накладывает? Когда наступает экстремальная ситуация, то включаются совсем другие механизмы выживания. Вот. Ты живешь по-другому. Вот. Я думаю, что все-таки это включились эти механизмы. И хотя я не поступил на живопись, потому что ну, я не мог тягаться вот с этими людьми, которые были рядом, вот. Я поступил на преподавание. И мне дядя Женя сказал, Женя, не переживай, поступить – это одно,
учиться совсем другое. И говорит, через полгода те, кто пришел сюда случайно, они уйдут. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, и был очень замечательный такой случай, который, очевидно, мне тоже придал ускорение. Буквально, ну, наверное, недели две, как мы начали учиться, пришел к нам преподаватель, и он так походил, посмотрел, кто что делает, и меня спрашивает, а вы откуда? Ну, я говорю, я с завода пришел. Он мне говорит, знаете, я вам скажу авторитетно. И говорит, я вам клянусь, вы никогда не станете художником. Ваше место на заводе. И просто, так как я служил в армии, у меня очень четко вбили уважение к старшему по званию и субординацию. Ну да, родители уважаемые люди, дядя Женя тут же художник в этом. Ну, естественно, такой небольшой такой пиетет перед вышестоящими и опытными, и старшими присутствует. Я себе отдавал отчет, что дети, которые по 14-15 лет, которые рядом со мной, они уже профессионалы. У них за плечами художественные школы и за студии. И они все вот это вот так, просто вот так. И я знал, что для того, чтобы чего-то добиться, надо будет очень много работать. И после этого я просыпался очень рано, приезжал в училище, ходил к себе на занятия, на живопись. И плюс потом к Валентину, наверстывал, к Валентину Петровичу и за студию. И все это на протяжении 3 лет. Наверстывал. И только через 3 года у меня кое-что начало получаться. Немного. А люди, которые, энное количество людей, то есть которые уже все могли, и которые потом ушли и сказали, что мы уже все это можем, нам не надо учиться. Но все самое интересное началось после 4 курса, когда ты чуть-чуть уже начал понимать. И я скажу, что... Женя, подожди. Да. Я все-таки хочу вспомнить эту фразу, с которой мы начали программу. Человек – разновидность художника. То есть вот тут подумалось, ну да, ты сколько было? 25? Нет. 4, 3, когда ты... 1. 21. Но все равно люди к этому времени уже, наверное, полностью определились. А ты в одну сторону, в другую. Но вначале, изначально, я художником не буду. Только для того, чтобы потом усиленными темпами это все наверстывать. Может, это было насилие над судьбой? Нет, я думаю, что это было совсем по-другому. Очевидно. Или это было, нужно было набраться опыта, и опыта в работы с механизмами, извини, и опыта... Опыт работы с механизмами – это... Как получилось так, что ты все-таки стал художником? И это другое. Вот ты считаешь случайность? Ты считаешь, что ты бы встретил там не дядю Женю, а дядю Васю, да, например? Дядю Сережу встретил бы, он тебе сказал, будь журналистом, Женя. И ты бы стал журналистом. Конечно, могло бы быть, да, и так. Что? Да, абсолютно. Я считаю... То есть судьба все-таки так... Да, что случайных людей на пути не бывает. И те, которые к тебе приходят, в дверь стучат, они дверью не ошибаются. Тут уже опять-таки то, что художнику есть что сказать. Как на эту тему? Да, конечно. И тебе есть сказать только после того, когда ты пообщался с энным количеством людей, и у тебя там за плечами опыт уже какой-то очень, все-таки нужен. Очень большой опыт. Конечно. Конечно. И... Как ты можешь рассказать о том, чего ты не чувствуешь, того, чего ты не знаешь и не представляешь, о чем? У меня есть одна работа, она называется «Спасите наши души». И я ее посвятил экипажам погибших подводных лодок. Это Курск и Комсомолец. Вот. Я просто служил в замкнутом пространстве. Вот. И я понимаю, что такое замкнутое пространство. И когда ты сидишь в подводной лодке, и когда ты понимаешь, что это все, это край, и ты уже все, и без апелляции, и когда холод, и когда вот эта вода вот так
И это конец. Больше ничего не будет. И когда у тебя просто вот шерсть вот так вот дыбом становится, и как ты это можешь написать? Как ты можешь соврать? И откуда ты это возьмешь? Только вот оттуда, со своего прошлого опыта. Ну, и ты не, ты не можешь соврать. И когда я понимаю слова Высоцкого, когда он поет, и ужас режет души, не страх, Сережа. Со страхом я могу бороться, а это ужас. И ужас того, что да, все, это конец. И когда ты вот это вот можешь сделать, я по поводу продаж. То есть для чего ты это пишешь? Кто у тебя это купит? Это не продаются работы. И когда ты это пишешь, ты не думаешь, что у тебя кто-то это будет покупать. И я это могу писать, ну, потому что я свободен. Я не думаю о стене, на которой оно будет висеть, о формате. У меня другие мысли. Это работы о другом. Форма и содержание? Я об искусстве уже. Если это о чем, о другом, это все равно нужно какую-то мысль, концентрацию, чувства, свое отношение. Конечно. Нужно вложить в замкнутое пространство холста. Да. Если не холста, то вот графики, если хочешь. Так оно и есть. Это другие чуть-чуть работы, точно так же, как писали. Вот у меня любимый художник, я его очень люблю, это Виктор Попков. Ну, о нем потом тоже поговорим чуть-чуть, если у нас будет время. Это другие работы, они о другом. Это, если это будет не громко сказано, это музейные работы. То есть это банк нашей памяти. И если учесть, что художник является зеркалом своего времени и эпохи, и если я не вру, то через какое-то время ты можешь прийти в музей, посмотреть то, что написано, посмотреть дату, прикинуть, что происходило время в стране, и ты поймешь, почему эта работа написана, и что там вообще происходило. Да, историю можно причесать, но время, которое прошло через меня, и если я не соврал, то ты его увидишь. Я рассказал свою определенную историю. Я положил туда свою какую-то мысль. И если она есть, если это не пустая работа, то ты это увидишь. И как я говорил про актера, одну секундочку, Сережа, ты допишешь свою историю и извлечешь свою эмоцию. И это замечательно. Я так думаю, что именно этим и характеризуется, наверное, твое большее увлечение графикой, чем живописью. Я предлагаю об этом поговорить попозже, после небольшой паузы. Напомню, что мы разговариваем сегодня с художником Евгением Кирьяновым. Продолжаем мы нашу программу, продолжаем вечернюю встречу с художником Евгением Кирьяновым. Закончили мы перед паузой о том, что первичнее для тебя, что предпочтительнее, живопись или графика. Я тут, судя по тому, что ты так, в общем-то, экспрессивно отстаиваешь содержание, и вот хотя бы судя по этим работам, графика предпочтительнее или нет? Ну, потому что есть такое расхожее мнение, не знаю, что в графике более, ну, жесткое мышление, что ли, необходимо, нет? Чем в живописи. Там все-таки цвет, здесь черно-белое. Я сформулирую по-другому. Графика – это моя плата за свободу. То есть мне очень нравится… Какими ты категориями вообще апеллируешь? Мне очень нравится живопись. Я скучаю по запаху красок, по холсту. Но я сейчас не могу ей заниматься. Почему? Это занимает требует больших душевных затрат. Я себе сейчас говорил, этого... Вспоминается Константин Бранкузи, по-моему. Вещи делать легко, трудно дойти до состояния, когда делаются вещи. Да, да, я сейчас не могу отдавать столько душевной энергии. Это первое. Второе. Я начал заниматься графикой где-то с 2006 года, когда у меня родился сынулик Ленька. Вот. Семья – это первый план.
То есть и для того, чтобы там все было хорошо, надо зарабатывать денежку. А денежка дает определенную свободу. Живопись, она требует дневного света. Вечером ты писать... А день приходится посвящать... Работе, да. Зарабатыванию на хлеб. Механикам на заводе. На хлебушек насущный. Нет, я работаю в своей профессии. Раньше это называлось... Сейчас это называется... Потому что я все равно спрашиваю, если ты не зарабатываешь искусством, и все-таки, то где, как? Это же области все равно связаны одна с другой. Раньше это называлось оформительское искусство, сейчас это называется реклама, рекламная деятельность. Я делаю... То есть такой рекламный дизайн, понятно. Вывески, таблички и все, и же с ним. Это все равно... Конечно, это... Это все равно так или иначе связано с... Искусством, да. Как это там, промышленный дизайн, вот как это называется. Нет, есть и промышленный дизайн, это чуть-чуть... Отдельно. Да, это чуть-чуть другая область. Вот. И то есть вот возвращаемся. Когда я день отработал, я прихожу домой, и когда уже все мои легли спать... Я завариваю нормальный чай, достаю свои наброски и рисунки. Тем более, чем мне нравится графика, это долгоиграющий проект. То есть я могу... Что еще долгоиграющий? График. Если живопись, я пришел, увидел, отдал сразу и забыл. Ты отдал эмоцию. Эмоцию. Кто там у нас? Иванов 20 лет эмоцию отдавал. Явление Христа народу. Каждый 20 лет. Каждый по-своему. Если ему позволяли финансы, то можно было над одной работой работать и всю жизнь. Академия искусств, да, держава петербургская. Вопросов нету. Просто графики можно возвращаться, ее можно делать в течение года. У меня, есть 3 работы, которые я делал год. Графических работы. Это не эти работы, это работы, которые посвящены... войне, 9 мая и тем событиям. Вот. Те события меня волнуют. Может быть, такой взгляд немножко обывателя. Что тут делать? Черно-белые картинки. Год рисовать что? Рисовать? Резать? Или это... найти вот это состояние, концентрацию, как ты рассказывал только про работу, которая посвящена подводной лодке. Работы – это, к примеру, графика. Или все дело в технике. Объясни. Это не ретроспекция, к примеру. Угу. Это язык символов. Угу. То есть я выстраиваю свою историю, я ее пишу. Вот. И вопрос – сможешь ли ты ее прочитать и написать потом свою? У меня есть замечательная работа, она сейчас вот висит на выставке, которая открылась, она мне очень нравится. Это кеды и 2 кубика. То есть фактически ничего нету, жесткий минимализм. Но если ты к ней присмотришься, то ты посмотришь, какие цифры выпали на кубике. Там 2 кубика, на одном выпали цифры 6. 6 – это, мы же люди православные, как бы не очень хорошая цифра. На втором кубике – единичка. Но единичка, она сделана в виде инь и янь. То есть бывает, когда у тебя все плохо, то есть край, какая-то небольшая малость. Вот как я встретил Евгения Петровича. Оно – оп, и карту перевернуло, и у тебя уже все замечательно, все хорошо. Смысл в изображении необходим. Конечно. Необходим. Чем мне... Подожди, я закончу. Современное искусство. С одной стороны, все визуализация кругом. Везде одни сплошные. Фотографировать можно все, что угодно. И тут ты настаиваешь на том, что содержание, картинка... Да. Жизнь кругом быстрая. Я буду стоять и думать про эти кубики. Сережа, мы же не тупые люди. И когда я вот смотрю на произведения современных, так сказать, на современное искусство, то есть ты же все равно, ты должен получить свои эмоции. Для чего ты пришел? Зачем ты пришел? Открой в интернете, смотри или не смотри. Я это называю, я прихожу
я открываю двери в тот мир, в мир художника. Я открываю, а там пустота. Там даже не воздух, там космический вакуум, нету там ничего. И написал он, потому что... Ну да, потому что его долго учили, он закончил несколько художественных школ, он, извини, не хочу ничего сказать, жил и родился в художественной среде, он ничего другого не умеет, но он, ну вот хочешь чашки, хочешь цветы, гераль на окне, вот аккуратненько все красиво выписано, а ты настаиваешь на том, что здесь содержание, то есть даже конечно, не эмоции, это какой-то смысл в образах, это важно. Очень важно. И у меня моя супруга, она, два слова тоже скажу, она филолог с юридическим образованием, ей очень нравится. Тоже хорошо, филолог с юридическим образованием тоже хорошо. Страшная сила. Да. Хотя, по-моему, юриспруденция иногда в такие, эти самые, что без филологии не обойтись, да. Ей нравится театр, литература и поэты. Вот. Мне очень нравится... И поэзия, наверное. Да. Потому что ей нравится художник. Все, молчи. Да. Мне очень нравится Бродский. Вот. Почему он мне нравится? Потому что ты видишь, как он строит мысль, а в конце он делает... Ты вроде как идешь за ним, и ты понимаешь, что будет в конце. Но в конце он делает... Оп, перевернул. И ты уже на выходе получил совершенно другое, не то, что ты ждал. Вот это вот неожиданность, которая ты положил свою мысль туда, создал какие-то свои образы, а ты сделал свой вывод. Искусство, оно не может быть тупым. Ты все равно должен получить что-то свое. Даже когда я прихожу на выставку, люди говорят, а, что это за выставка, ой, что они там нарисовали. Я прихожу, и я все равно достаю свое. Выставка, я прихожу и учусь. Я не говорю, что «Ой, что это за художник, мне он не нравится». Мне он очень нравится. Если он пишет свое, пусть это будет корявое, но это его, и его это понятие, и он так этот понимает мир. Точно так же, как мы с вами. Все люди одинаковые. Два уха, два глаза, нос. Но мы разные, и этим мы интересны. И когда с меня хотят получить 10 вариантов море, песок в стиле вот этого художника. Это буду не я и не тот художник. Но это потерянное время. Теоретически ты можешь это сделать. Могу. Без проблем. Но мне это не надо. Я потеряю время. Еще одну секунду. Я закончу по поводу своих кед. Там не все так просто. Кеды, это в принципе мы... Каждый человек это путник. Мы одинокие, мы идем в любую погоду, и никто не знает, где мы и как все это закончится. Вот это вот и есть кеды. И когда ты вспоминаешь вот это, что мы едем в одном вагоне, и где-то мы сойдем, то ты начинаешь меряться уже другими категориями. Успеешь ты что-то сделать или нет? А зачем? Хотя бы для себя. Опять-таки, вопрос риторический, это философский вопрос. А для чего мы живем? А нужно ли мыть руки, они все равно будут грязные? Нет, ну ты приходишь после работы, да? Да, конечно. Да. То есть мало того, что ты там, все, семья, и еще начинаешь делать что-то, что, ну... Ради выставки, если это галерейщики не продают, выразить себя, где это, вообще для чего? Вот это интересный вопрос. Есть вещи, которые ты делаешь в первую очередь для себя, потому что они у тебя вот там. И ты, они тебя волнуют, то есть волнуют они меня в первую очередь. То есть если делать там, я говорю, думать о продажах, чего делать работы о войне? Она уже ушла. Война никогда не кончается. Это чуть-чуть другой, это другой пласт. Это другое измерение совсем. Это, я его называю, это как банк
банк истории, банк нашей памяти. Mm-hmm. И вот это то, что не продают галерейщики, а то, что берут музеи, это и есть наше прошлое, настоящее и будущее. И галереи, и выставочные залы, когда проводят выставки, тем самым они воспитывают будущее. Если мы его сейчас не подготовим, то ничего не будет. Почему так мало людей ходит на выставки? Потому что электорат, который ходил, они уже умерли. То поколение, им было интересно, они знали художников, они знали их творчество. Они приходили на выставки, были какие-то совместные проекты, было общение. Сейчас есть интернет, ты можешь нырнуть, посмотреть, но ничего никогда тебе не заменит, когда ты пришел и ты посмотрел. То есть точно так же ты открыл книгу, ты услышал запах бумаги, типографской краски, и это уже другие эмоции на другом уровне пошли. Женя, а может быть, это объективный процесс, технологии развиваются, ну, так сказать, формы меняются, мир дробится, там, видишь, я говорю промышленный дизайн, а ты говоришь, нет, это рекламный, то есть это тоже примерно в одной стилистике, но есть человек, который занимается только там табличками, да, предположим, там тоже, наверное, какая-то специализация есть. Это я к тому, что, может быть, это объективный процесс, может быть, сейчас надо просто это, все искусство перейдет в то, как красиво оформить сайты и как себе нарисовать рожицы на фотографии, которые сделал селфи. Может быть, туда мы движемся? Может, это объективный процесс? Я не спорю. Процесс, может, этот и объективный. Ну, как говорит у меня знакомый батюшка, я динозавр. И другим я не буду. То есть это не тот путь, куда ты хочешь идти? Куда направляются кеды вместе с кубиками? Ну, кеды направляются совсем в другую сторону, а современное искусство, наверное, чуть-чуть в другую сторону. Да, оно... А тебя это не смущает, то, что ты как-то нет. Так немножко на обочине? Нет, я не думаю, что я на обочине, я просто в другой плоскости нахожусь. Mm-hmm. И я думаю, что они находятся где-то на своем уровне, а я на своем уровне. То есть у нас разные... пути. Вот. А единомышленники есть? Mm-hmm. Они вообще у художника должны быть? Ну, единомышленники чего? Пути, если хочешь, взглядов на происходящее, на творчество, или так целеустремленно. Вот я так считаю, что вот это... И все. И дальше... Вопрос он такой... Такой сложный вопрос. Но для себя я его сформулировал чуть-чуть иначе. Те, кто может делать, делает. Кто не может, тот разговаривает. Зачем мне говорить? Это, по-моему, Бернард Шоу. Может, тот делает, кто не может, тот учит. По-моему, это Бернард Шоу. Для чего мне рассказывать о том, что я могу сделать и как я это могу сделать? Художника не меряют по прошлым заслугам. То есть ты как... Нет, подожди. Ты как действующий чемпион мира по боксу. Ты постоянно... Подтверждать, что ты что-то можешь. Да, свою квалификацию. И каждая твоя работа. Подтверждать кому? Ты сам себе подтверждаешь это? Конечно. В первую очередь я это делаю для себя. Угу. Потому что это волнует меня. То есть... Нет, ну делиться с кем-то этим. Да, конечно. Я вот про что. Круг общения какой-то. То есть те люди, коллеги, которые ну, могут сказать тебе, хотя бы разделить твои устремления относительно изображения, хотя бы понять, где кубики и почему там шестерка, а не пятерка. Сережа, вот для меня общение – это участие в выставке. Угу. То есть когда ты участвуешь в выставке, это то же самое, как для спортсмена соревнования. То есть ты повесил свою работу, ты видишь, что делают другие, ты оцениваешь свою работу, и ты понимаешь, куда тебе надо двигаться и что надо делать. Вот. И когда ты проходишь, я вот пришел на выставку, я никогда не считаю фамилии. Ну, во-первых, у меня зрение плоховато. Да. Никому не признавайся. Хорошо. У художника плохое зрение. Да. Не признавайся. Есть такая вещь. Вот. Я пробегаю один раз по залу, я сначала смотрю общую работу, а потом то, что меня заинтересовало, я прихожу и смотрю.
И из каждой работы ты можешь чего-то почерпнуть. Вот. И даже если оно тебе не нравится, это не значит, что оно плохо. Я прихожу и смотрю, о, а у него замечательная композиция. Я где-то вот, ну, не дотянул. Я хотел сделать так, но у меня не получилось. А он сделал. Молодец. Я это взял к себе. Я уже научился, я обогатился, Сережа. И в следующий раз я сделаю лучше, чем я делал до этого. Я посмотрел, о, замечательный там кусок у него. Я так хотел сделать, но у меня не получилось. Я подошел и посмотрел, как он это сделал. По тематике. Судя по всему, тебя так привлекают такие пограничные ситуации человеческие. Вот бритва, например, или те моряки в подводной лодке, или война. По тематике создается ощущение каких-то таких, ну, то, что ты что, исследуешь эти пограничные состояния? Или они появляются сами собой? Или это плод долгих размышлений на эту тему? Вообще человек... Или сюжетно нельзя так определять? Нет, я бы так не сказал. Для меня интересен человек, который попал в экстремальную ситуацию. Mm-hmm. Он там раскрывается. То есть мы можем знать человека очень много лет, но мы не знаем на самом деле, кто это. Мы не знаем, кто с нами рядом. И только когда ты попал в экстремальную ситуацию, ты можешь посмотреть это все и это все оценить. И этим мне нравятся люди, то есть которые не то, что они мне нравятся. Ты их оцениваешь по поведению в экстремальных ситуациях? Ну, можно, наверное, сказать. Или это уже мы немножко отходим в другую сторону, в сторону человеческих взаимоотношений, а не искусства. Это уже больше. Но это все равно. Это больше философия уже, нежели искусство. Вот. И мои работы это больше впечатления. И я считаю, я говорю, если ты не врешь, то ты можешь отследить свое время, то есть мое. Mm-hmm. Вот. Ты можешь там прочитать, где я прожил и как я прожил этот промежуток времени. Все ли там было хорошо, либо там были какие-то проблемы. Мне вот все-таки потешно так. Вначале я не художник, а потом я вдруг художник. Каждый человек может стать художником, если следовать по твоему опыту, если можно так сказать? Да, да. Используя твой опыт, да, каждый человек может стать художником. Сережа, рисовать может научиться каждый, потому что... Рисовать? Да, в детстве мы все-таки все рисуем. Вот, да, ну да, наконец-то. Я думаю, что мы все-таки рисуем в детстве все. Наконец-то ты согласился со мной. Но должна все-таки быть какая-то Божья искра. И если она в тебе есть, ну, без труда ничего не будет. Это как талант, который ты зарыл. То есть, что такое гений? Гений – это талант плюс работа. И художник – это тяжелая работа. И работа каждодневная. Это жесткая самодисциплина, потому что тебя никто не заставляет. Да, ты можешь, вот я тебе про это и говорю. Ты можешь прийти тут домой. На работе ты устал, да. тут себе, да. А тут еще какие-то... Ты можешь прийти домой, лечь спать, и все, и не грузиться. Все замечательно. Ну, у тебя есть какие-то другие... Я профессионал. И я не могу перестать это делать. Чем больше ты это делаешь, тем лучше оно у тебя получается. И раз ты сел в этот поезд, это твое. Все. Либо ты делаешь, либо не надо этого делать. Как говорит у меня Александра Игоревна, если тебе тяжело, меняй профессию. Кто это, Александра Игоревна? Моя супруга. А, понятно. То есть которая... это справедливо. Либо ты добросовестно делаешь свою работу, либо не делай ее вовсе. И когда говорят, мне тяжело, я вспоминаю замечательную из интернета лозунг «Расскажи об этом шахтеру». Mm-hmm. И когда я чувствую, что да, вот он край, я его вспоминаю, и все становится на свои места.
Женя, ну неужели никогда не возникало такой мысли? То есть работы не продаются, выставки не так часто. Все равно вот это, неужели ни разу не возникало мысли, что, ну, какой-то... Ущербности? Да, ну да, ты сказал. Да, да, да. Никогда. Во-первых... Или это вера все-таки, то, что это надо, то, что это может изменить мир. То, что есть хотя бы 2-3 человека, которые посмотрят и все-таки докопаются до сути. Почему кеды именно с кубиками? Я не собираюсь, вернее, не то, что я не собираюсь, я не стремлюсь к тому, чтобы, как говорят художники, я это делаю, потому что я хочу оставить след в истории. Следить я не собираюсь, нет. Я это делаю, потому что это мне интересно. Нет, ну, ты да, чуть выше говорил, что по этим работам можно, да, можно конечно, определить время. Но если они, есть интерес у того, кто это смотрит, да, пожалуйста. Да, если кто-то оставит, да. Да. И даже когда тебя не берут на выставки, да, был у меня такой период, когда я приезжал, хоть я и в Союзе художников, вот обычно, кто привозит работу, хоть одну работу берут. Угу. Да, ну, ты же с нами, у тебя все хорошо. Вот. У меня был период, что 8 лет меня просто не брали. Вот. Но был один замечательный показатель. Вот в 2006 году проходила в Минске выставка графики, и я завез 4 работы. То есть чисто графическая выставка. Минские художники – это отдельно стоящая школа, особенно графики. Они заточены под графику, и я приезжаю, и это просто космос. То есть то, как они это делают, какая у них философия, как они к этому подходят. И когда я приехал и отдал 4 работы, мне из 4 4 взяли. То есть для меня это был показатель. Вот. То есть не зря да, ночные вечерние да, труды прошли. Что я не зря все это делаю. Вот. Ну и за 8 лет у меня как бы накопилось энное количество работ. Вот. И приехал ко мне родственник из Минска. Вот. И говорит, ну как же так, работы лежат. Говорит, зарегистрируйся в интернете. Я зарегистрировался на Фейсбуке. Вот. У меня сейчас порядка где-то 700 людей. Угу. Вот. На какой выставке пройдет 700 человек, которые посмотрят твои работы? Ну, видишь, вот есть определенная... С другой стороны, чуть выше говорю, что аудитория. Все равно надо прийти на выставку и посмотреть это, потому что... Но есть альтернатива, когда тебя заперли в угол, угу. У тебя есть другой вариант, ты можешь выйти из этого угла. Да, все-таки интернет с этой теорией глобальной деревни, когда у всех у нас есть возможность или иллюзия, если хочешь, этого выхода, все-таки дает о себе знать. Еще один вопрос. Да, да? Пожалуйста. Как родители относятся вообще сейчас уже? Ладно, если раньше не это самое, то сейчас. Ну, оценивают же, наверное, твои произведения. Иногда я просто советуюсь. Потому что я там, ну, может быть, я ошибаюсь, где-то вот в живописи я там на отца похожа по манере. Нет? Я бы так не сказал. Это, ну, значит, может быть, какие-то... Совершенно в другой плоскости он стоит. У него другое восприятие. Люди... Они другого поколения, они уже другие, они не мыслят, как я. Даже я себя ловлю на мысли, что люди, которые младше меня на 5 лет, mm-hmm. они уже другие. То есть, а что можно говорить о моем сыне, которому сейчас 10? То есть это вообще космос. Родители как относятся все-таки? Советуюсь, да. Ты сказал, что советуюсь. Да, иногда, когда у меня есть какие-то сомнения, это сейчас вот молодежь, у них все по-простому. У меня есть проект... Я его сделал, ну, не получилось сейчас, следующий проект получится. А я живу по-стариковски, у меня есть сомнения, я сомневаюсь, так ли это, а может, вот это по-другому. И для того, чтобы где-то приблизительно понимать, что я иду правильным путем, надо с кем-то посоветоваться. Старшим.
Ну, у меня, да. Уважаемым. У меня это есть так, да. Я советуюсь в основном с мамой, потому что, как я сказал выше, она талантливый, жесткий, справедливый человек. Вот. И она не будет причесывать все это. И она скажет тебе по факту, как оно есть. А с тобой кто-то советуется? Я стараюсь не давать советов. Но кто-то советуется? Или в принципе никто не приходит? Женя, я хорошо тут нарисовал, но ну ладно, я про сына не говорю, наверное. Сережа, давать советы – это последнее, как бы… Ну, я не люблю давать советы. В живописи нету советов. Либо ты ее делаешь, либо ты ее не делаешь. И пусть это будет… Да, это чистый субъективный взгляд, это не объективный взгляд. Это субъективный. Да, оно мне не нравится. Да, мне не нравится, как писал Ван Гог. Но это же не значит, что оно плохо. Это мне он не нравится. Женя, я так лихо подвел под, в общем, отличие человек и художник. Я не знаю, мы, по-моему, на протяжении всего времени так или иначе именно об этом говорили. Хотел услышать какие-то советы от человека, который для наших телезрителей, от человека, который не был художником, но художником стал. Но поскольку ты советы не даешь, дальше я должен паузу выдержать или прощаться? Могу сказать одно, что работа, работа и только работа. Только труд, причем тяжелый труд. И кто говорит, что художники – это богема, легкий хлеб, могут об этом забыть. Это тяжелый труд, как на галерах. Поэтому кто собирается стать художником, пусть помедитирует и решит, надо ли это ему делать. Женя, стоит, наверное, добавить, что… Все еще зависит от того, какие задачи перед собой ставить, да? Потому что, ну, это мы уже переходим на следующую программу, а время нашего эфира, к сожалению, близится к завершению. Так что будем прощаться. Уважаемые телезрители, большое спасибо, что были с нами этим вечером. Мы разговаривали сегодня с художником Евгением Кирьяновым. Женя, спасибо за участие в программе, да? Разговаривали о... Все равно об искусстве говорим, о художнике и человеке. Ростислав Бондарев, музыкальное сопровождение. Большое спасибо компании SoundProBuy за помощь в подготовке программы. Меня зовут Сергей Красноворот. Увидимся.